Именно так человечество поступает по отношению к своей планете. По подсчетам ученых, к 2100 году люди будут производить 11 миллионов тонн мусора ежедневно. Ты в силах изменить это. Начни сейчас. Сдай бумагу и пластик в пункты приема, участвуй в акции «Полезная крышечка», собери килограмм крышек и посади дерево. Будущее за раздельным сбором бытовых отходов.